Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто взглянул на мой канал. Итак, дорогие мои друзья, хочу сегодня пройтись по магазину «Светофор». «Светофор» находится в городе Брянск. И посмотрим, какие цены там. Поэтому, кому интересно, пойдемте вместе со мной в магазин «Светофор». Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас из техники продается в «Светофоре». Вот такая электрогриль КС-252. Цена ее 530 рублей 12 копеек. Также здесь есть утюги такого плана бюджетного. Цена 408 рублей. Также здесь в магазине есть электрошашлычница, 5 шампуров на 900 ватт, 5 порций за 15 минут. Цена 1437 рублей. Так, сделано также домашний дистиллятор экономный. Вот такой. 2587 рублей 49 копеек цена. Производитель Челябинск, город. Россия. Сушилка для овощей. Вот такая сушилка для овощей и фруктов. 899 рублей 29 копеек. Также эконом-пылесосы. Такой пылесосик. 1641 рубль 0,5 копеек. Обогреватели есть в наличии, кварцевый обогреватель. Вот кто у нас просил деньги собрать на обогреватель. Вот, пожалуйста, сходите в «Светофор». Цена всего лишь 416 рублей 29 копеек. Вот, пожалуйста, вам обогреватель. Это для людей, которые просили. Также увлажнители воздуха появились. 663 рубля 82 копейки. Плитка газовая. Вот люди, которые готовят на даче там или где-нибудь на природе, пожалуйста. Туристическая 643 рубля 86 копеек. Так, турка электрическая вот такого плана. 504 рубля 84 копейки. Пожалуйста. Следующий — это очиститель воздуха. Вот. 3170 рублей 93 копейки. Чайник электрический. Такой. 310 рублей 49 копеек. Электрический такой чайник, функциональные особенности. Вот, пожалуйста, все здесь расписано. Вот такая модель. Он идет двойной, видите, здесь как самоварчик, и сверху идет чайничек. Вот, пожалуйста. 2370 рублей 35 копеек. Дальше идем. Термопот. 991 рубль 35 копеек. Чайник стекло. 568 рублей 77 копеек. Также здесь можно приобрести канистры пластиковые. Вот канистра пластиковая. 222 рубля 89 копеек. Мегабоксы. С крышками. Я так поняла, да, с крышкой. Мегабокс 60 на 400 на 290. Такой большой бокс 299 рублей. Органайзер. Сейчас мы посмотрим. Такой органайзер для мужчин, для всяких разных штучек, болтиков мелких. 142 рубля. Цена 142 рубля.
Бокс. Упала, простите. Так, бокс универсальный, с крышкой. Вот, аптечка. 159 рублей 84 копейки. Вот такой вот аптечка. Кстати, мне надо аптечку положить лекарства. Так что давайте пройдемся, посмотрим. Стулья. Кресло пластиковое. Цена 392 рубля. 14 копеек. Стул кухонный. Вот кто начинает только жить на первое время. Стул стандартный. 613 рублей 17 копеек. Столы кухонные, где я не вижу их, конечно, здесь. Хозяйственная сумка. 310 рублей. В черном цвете есть. Ведра. Ведро пластиковое. 55 рублей 42 копейки. В голубом цвете и в розовом цвете. Набор посуды на природу. 190 рублей. Идут чашки, кружки, ложки, вилки. 190 рублей. Стол детский складной. Вот он. Непоседа. 511 рублей 74 копейки. Также можно тюбинг, ватрушку купить. 828 рублей. Ледянка. 288 рублей. Лавочка. Стандартная. 899 рублей. Вот такие вот штучки продаются в магазине. Светофор. Сейчас еще немножко покажу вам, что у нас можно здесь купить. Так, давайте. Аптечка дорожная. Первая помощь. Аптечка дорожная. 116 рублей 14 копеек. В магазине Светофор. Так. Также здесь антифриз можно купить. 5 килограмм. 236 рублей 26 копеек. Масло. Синтоил, если я правильно считаю. 412 рублей. 22 копейки. Что у нас еще нужно? Компрессор. Компрессор. Торнадо. Стандарт 580, поршневой, 30 литров, минметалл. Что за минметалл, не знаю. Но цена 581 рубль 90 копеек. Ключ баллонный 241 рубль. Вот он, этот ключ. Также здесь можно приобрести щетка теплоочистителя 78 рублей. 78 рублей. Так, вот такие салатники появились. Очень, кстати, хорошего качества стекло. На люминар похоже. Посуду. Такие салатнички. 52 рубля. Опаловое стекло. 52 рубля. Также бульонницы. 45 рублей. Обычного стекла салатник 27 рублей. 27 рублей. Тарелка глубокая. 19 сантиметров. 48 рублей. 98 копеек. Салатник большой. Хорошего качества, кстати. 19 сантиметров, 109 рублей. Также под них появились кружки. Пятьдесят семь рублей 96 копеек. Вот, да. Луминарк.
57 рублей 96 копеек кружечки. Также появились набор бокалы. Давайте посмотрим форму. Набор бокала для вина. Вот такие вот. Под шампанское. 6 штук 231 рубль. Также появились бокалы под коньяк. Набор бокалов 6 штук. 235 рублей 69 копеек. 6 штук. И также появились вот такого. Вот такой формы бокалов. Подлиннее, кто любит. 231 рубль 90 копеек. И под них также набор рюмок. 155 рублей 25 копеек. 6 штук. Кружка для чая. Такие вот 35 рублей. Оригинальненькие такие. Форма интересная. 35 рублей 25 копеек. 25 копеек. 35 рублей. Фильтр для воды. Фильтры для воды. Кувшин Сити. 177 рублей. Сушилка на радиатор. 118 рублей. Ковер 0,8 на 1,2 размер. Такой вот. 785 рублей. Пожалуйста. Также появились раскраски всякие. 48 рублей. Ребенку 64 листа. 48 рублей. Так, вот такие наборы машинок. 248 рублей. Игра с факелом. 248 рублей. Играть Тетрис. 160 рублей. Машина вот такая. 195 рублей. Ребенку. Техника. Вот танк появился. 236 рублей. Набор тетрамозаик. Вот такие тетрамозаики. 195 рублей. Появились в светофоре. Также появились 50 на 80 сантиметров полотенце. Пожалуйста. 78 рублей. Также подарочные наборы. 309,2 или 3. Сколько здесь? 50 на 80 и 70 на 120. Набор 309 рублей. Вот, пожалуйста. Два. Одно большое, одно поменьше. 309 рублей полотенце. Сандалики. 89 рублей. Кстати, в дешевых магазинах, по-моему, 250 они. В садик, вот в группу ребенку бегать. 89 рублей. Разные расцветки, пожалуйста. Сандалики для девочек. 89 рублей. Банки для сыпучих появились тоже. Разные расцветки. 49 рублей 33 копейки. Подносик. Так, мы сейчас сюда это положим аккуратно. Подносик. Пластиковый. 44 рубля 84 копейки. Тазик. Пластиковый. 33 рубля 34 копейки. Салфетки влажные, детские, с алоем Вера, 100 штук, 29 рублей 75 копеек.
29 рублей, 100 штук, 75 копеек. Так, салфетки влажные, туалетная бумага, 37 рублей, 57 копеек. Также корзина ажурная, такая большая, белом и в коричневом, в шоколадном цвете. Цена 175 рублей 94 копейки. Вешалка напольное дерево, такое двойная напольная, 578 рублей 34 копейки. Лоток. А, это вот лоток для обуви. Пожалуйста, лоток для обуви. 87 рублей 40 копеек. Контейнер для корма. Для кормов. 86 рублей 96 копеек. Набор из 5 контейнеров. Такой наборчик. 91 рубль 13 копеек. Набор банок для сыпучих. Набор банок для сыпучих. 191 рубль 15 копеек. Термосалфетки 56 рублей. Разные расцветки. Пленка самоклеющая. Пожалуйста, 179 рублей. Пленка самоклеющая. 179 рублей 39 копеек. Крышка с, кастрюля с крышкой. Нержавеющая сталь. 677 рублей 34 копейки. Сковородка. 24 сантиметра 178 рублей 25 копеек. Кастрюля с крышкой. Аполло. 736 рублей 0 копеек. Кастрюля эмалированная. И вот с вишней, с лимонами. 379 рублей 50 копеек. Сковорода антипригарная, литая. Вот такая хорошее качество, тяжеленькая такая. 747 рублей 49 копеек. Кувшин. Крышкой. 98 рублей 90 копеек. Доска разделочная. Смотрите, какая большая. 500 на 370. 113 рублей. Доска разделочная. Две штучки. 75 рублей 89 копеек. Сковорода антипригарная литая, 26 сантиметров, 747 рублей 49 копеек. Кастрюля эмалированная, декоративная, с лимонами, с цветами, с вишенками, с крышкой. 379 рублей 50 копеек. Ваза с крышечкой, стеклянная. 78 сахарница. 78 рублей 52 копейки. Также есть конфетница. 96 рублей 45 копеек. Сервизы чайные. Идут блюдца, чайник. Разные расцветки. И с вишенками, и с цветами. 14 предметов. Фарфор. 812 рублей 45 копеек. Так, порошок лоск. 7,2 килограмма стоит 355 рублей 66 копеек. 7,200 в упаковке. Также миф порошок. 5 килограмм 400 грамм
стоит 240 рублей 73 копейки. Стиральный порошок Лотос 4 килограмма. Так, цены нет. Также давайте посмотрим. Вот набор подарочный игрушек. 445 рублей. Ну что, дорогие мои друзья, сегодня мы прогулялись по магазину Светофор. Кому понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, делитесь в соцсетях. А всем хочу сказать огромное спасибо. И не говорю вам до свидания, а говорю до новых встреч, потому что продолжение этого магазина, обзор продуктов и все остальное, мы обязательно пройдем с вами. Поэтому всем до новых встреч и всем спасибо, кто был со мной. Всем пока-пока-пока. Всегда ваша Тамара Шик.